Привет всем подписчикам. Я у Сереги заказал машину, он мне ее быстренько привез. Ну, конечно, он ее рано привез, я хотел попозже, он ее раньше привез. Но все равно молодец. Вот приехал, забрал у него тачку, классно, все хорошо, замечательно. Заказывайте все у него, и я всем советовать буду дальше. Спасибо. Давай. Привет, ребят. Тебе. Забирайте, забирают. Забирают люди Prius, я вам снимал его. Вот это. Да, с Сибири приехали, собаки из Красноярска, с Минусинска. Красноярск? Минусинск. Поедем, да? Минусинск. Я Ленин жил, теперь будет Prius там жить. Как я говорил, что буду снимать каждые 2-3 дня, но у меня и так видео выходит. Машины, которые приходят с Японии сейчас, под заказ людям. Вот кто не смотрел предыдущий ролик, обязательно посмотрите. И посмотрите прямой эфир, который был в воскресенье. Вот еще одна зашла, Honda Shuttle. Так, опа. Человек заказывал в апреле. В конце апреля кнопка старт, бесключевой доступ, климат-контроль, 1.5 мотор, 7-ступенчатый робот, литиевая батарея. Это полноценный гибрид. Все стеклоподъемники, здесь регулируются зеркала, уши складываются, сзади дворник. Двухдиновая хорошая магнитовость, всеформатная. И давайте посмотрим аукционник. Вот документы уже лежат. В основном, ребят, сейчас все забирают сами, потому что тепло, лето, приезжают с семьей и едут через всю Россию. Если вы приехать не можете, мы отправим ее от любой транспортной компании, которую скажете. 3,5 балла. Машина 99 тысяч родной пробег. Вот у нее А3, А2, У2. Пару тычек, царапин и все. Без замен, без подкрасов. 3,5 балла. 99 тысяч рублей. 99 тысяч рублей. Ну вот так, да, бывает у меня с утречка. 99 тысяч пробег, естественно. Классный универсал от Honda. Спереди, сзади очень много места. У него... Это конкурент Toyota Fielder'у. Ребят, эти машины с таможни. Никто их, естественно, не мыл, не убирал. Вот все как есть, как с Японии приходит, так вам и показываю. Большой универсал. Спинка раздельная, кладется в ровный пол. Опа. Вот здесь стоит у них батарея. Она литиевая, 48 ячеек. Штатные колеса на 15. Вот такой вариант человеку обошелся в 930 тысяч рублей. Сейчас, если заказывать на данный момент, курсы еще упали и будет еще дешевле, ребят. Причем так серьезно дешевле. Кто сейчас заказывает, еще дешевле. Я это говорю в каждом видео. Вот такой красавец. 930 тысяч рублей, 3,5 балла, 99 тысяч пробег. Ребята, вот долгожданные Frit и Frit Plus. С виду их не отличить. Frit идет 6 мест, 7 мест. Frit Plus идет только 5 мест. И сейчас я вам покажу, в чем у них разница. Frit Plus, он идет всегда дороже, ребят. Frit Plus зашел человеку 1 300 000, если не ошибаюсь, 320 тысяч рублей. А Frit зашел подешевле, 1 270 000 рублей. Ребят, там чуть плюс-минус, их очень много, я могу ошибаться. Ну, примерно так. То есть клиенты все знают до копейки. То есть мы отчитываемся за каждый рубль. Дальше, вот он, Frit. Давайте посмотрим. Это G-Honda Sensing комплектация. В машине 5 мест. Круиз-контроль. Круиз идет адаптивный. Выставляется дистанция. Также есть удержание по полосе. Мультируль. Что там еще? Кнопка старт, бесключевой доступ. Две, ребят, электродвери. Камеры СТБА на предстолкновение и по полосам. Родная газерс магнитола 185. Климат-контроль. Все это есть. Еще японский регистратор лежит. Как обычно у японцев. Провода. Подлокотники, все это есть. Колпачки вот здесь лежат. Вот как приехали с таможни, так и все лежит. Сейчас перегоним просто на другое место, поэтому
решил сразу и снять. Очень много места, максимально практично. Высоченный потолок идет и багажник. Сейчас вам покажу разницу в багажнике. Так, идем сюда. Значит, открываем багажник у Freed Plus. По-любому все хотели это увидеть. Все спрашивают. Я редко их показываю, потому что на рынке их мало. Особенно бальных целых. Вот, посмотрите. Это идет Freed Plus. Вот он пятиместный. Это идет Freed. 6 мест. Здесь у нас 3 ряда сидений. Третий ряд можно убрать. То есть открутить, и будет большой багажник. Вот. И будет здесь раздельная сидушка. Высоченный потолок. И посмотрите, здесь это Freed Plus. И здесь уже кладется все в ровный пол. Посмотрите, и здесь, и сюда можно что-нибудь положить. Также потолок высоченный. То есть, ну, кузов один и тот же. Постоянно ребят звонят, поэтому я извиняюсь. Не это. Немножко прерывисто получается видео. Вот, а можно сидушку делать вот так, и сюда можно убрать. Вот, посмотрите, оп, аккуратно убираете, и вот вам здесь, двигайте сюда, тяжело просто одной рукой, двигайте, и у вас ровный пол. Вот, ну и тут уже кому удобно, у кого много детей, там трое, четверо, вам Freed. Кому нужен хороший багажник, и 5 мест достаточно, Freed Plus, но Freed Plus на аукционе дороже. Они зашли и таможились по еще тому курсу, точнее покупались, да, там по 70 с лишним. Вот, поэтому сейчас эти машины дешевле. Это зашла 1 320 000, это 1 270 000, плюс-минус, могу ошибаться. Вот, поэтому сейчас еще можно купить дешевле. Но какая ситуация, ребят, на аукционах сейчас? Так как идет ажиотаж, вроде курсы падают, а цена в Японии растет. Почему растет? Потому что большая конкуренция, все компании по России тыкают кнопку. Естественно, друг друга перебивают, и цена, вроде и курсы идут минус, а цена такая же получается. Потому что просто пошла большая-большая конкуренция. В общем, такие варианты оба пришли. Хорошие, аккумуляторы на них хорошие. Все, естественно, бьется в статистике. Вот давайте его посмотрим. Он, точно. Здесь я видел, где-то бумажка лежала. Да, вот она. Вот, машина 4, ребят, с половиной балла. 22 тысячи родной пробег. Посмотрите, 4 с половиной балла, 22 тысячи родной пробег. Без замен, без подкрасов. Очень хороший вариант. Freed Plus. И, да боже мой, что ж такое со мной сегодня? И 1 320 000 рублей зашел. Сейчас, думаю, зайдет еще дешевле. Еще одна машина пришла. Это Honda Vezel. Также клиенту. Также под заказ. На литье. Как бы мне туда, ребят, сесть? Это слишком быстро. Близко ставим. Давайте сюда сяду. И все покажу. У машины есть родные туманки, круиз-контроль, мультируль, кнопка старт, бесключевой доступ, климат-контроль. Климат у Honda сенсорный идет, двухдиновая хорошая, Eclipse магнитова. Кстати, она вот красивая, там все есть, Bluetooth, DVD, все есть. Вот. Электронный ручник. Эта машина идет на 1.5 моторе и вариатор. Вот он, обычный селектор. То есть ломаться здесь абсолютно нечему. Максимально практичный вариант. Я надеюсь, аукционник пришел. Да, пришел. Вот машина, машина 73 тысячи пробег, 4 балла. Вся целенькая, без замен, без подкрасов. 4 балла, 70 тысяч пробег. Также люди заказывали в конце апреля. 1 230 000 рублей. Такой вариант обошелся. Сейчас, естественно, еще будет дешевле. Хотя, ребят, сейчас есть такой момент, который очень важный. Сейчас расскажу. Смотрите, место спереди, ручка сверху, поэтому ребенок, скорее всего, не дотянется. Место сзади. В Везеле место больше, чем в Сиа Черри. Если кто-то задавался этим вопросом, то Везел больше. Сиа Черри сзади место меньше. Это у нас что? Это регистратор японец.
Вот так, ребят. Это, не, поверьте, не эксклюзивный вариант. Вот смотрите, как они проводят регистраторы. Это японцы. А бывает такое, что, допустим, открываешь, здесь стоит там сабвуфер небольшой, и прям провода вот так поверх сидень накиданы. Вы думали, что вы в России колхозите? Нет, ребята, вот японцы — это реальный колхоз. Боже мой. Ладно, хоть это на скотч, клиент все уберет, спокойно сам все. Вот как она пришла с Японии, так и показываю. Большой багажник, раздельная спинка, все это кладется в ровный пол. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Видите? Все в ровный пол. Здоровенный получается багажник. Везел всегда есть в заказе с Японии, в подборе. То есть машина пользуется спросом. Особенно не гибридная версия. То есть на 1.5 моторе обычном и вариаторе. 1 230 000. И машина 4 балла и 70 тысяч пробег. Машина, ребят, год. 13-й год сборка. Сейчас посмотрим. Да, 13-й год сборка. То есть машина или конец, или начало 14-го года. Я еще документы не видел. Вот. В общем, или 13-й, или 14-й год. 1 230 000, 4 балла, 70 пробег. Нет, я не могу. Я хочу все-таки еще раз показать. Ребят, это японцы, понимаете? Никто, даже мы, да, прокладываем их там здесь, разбираем порожек, раз-раз-раз проложили. Пусть не в гофру, ну так, прокинули. Но как это делают японцы, вы посмотрите. Это просто необъяснимо, но факт. Вот. Главное, машина целенькая, классная, внутри ничего не прожжено, все красиво. Вот только помыть, убрать, и все будет хорошо.